Ребят, всем привет! Вы на канале Morris Life. Мы только приехали с Украины, и вот решили пойти сразу за продуктами и хотели для вас снять ролик и показать актуальные цены на данный момент, которые есть в магазине Kaufland. Так как для нас это постоянное место покупки, поэтому начинаем с тех продуктов, которые мы купили для вас и для себя сегодня. Итак, поехали. Значит, первое, что мы приобрели, куриную печенку. Сейчас на нее акция. Так она вот стоит по 69,90. Сегодня она была по 52,40 за килограмм. Вот мы взяли две пачки, они идут по 300-450 грамм. Вот это идет на 20-23 кроны. Дальше. Ну, чипсы, как всегда, пускай на будущее, такого плана сейчас тоже по акции чипсы идут 150 грамм за 12,90. Богемия такого плана идет у нас 230 грамм за 29,90. Это так, на всякий случай, пускай будет. Вафли такого плана по 12,90, это на завтраке очень хорошо так брать с собой, подкрепиться. Вафли по 4,90. А, да, вафли по 4,90. Такой вот хлеб, вот обращайте внимание, когда будете в Чехии, на такие вот ценнички. Это хлеб у нас 11,90, 550 грамм, это багет, а так он стоит 34 кроны. Хлеб здесь выпечка дорогая, поэтому обращайте внимание. Кстати, мягкий, очень вкусный, я думаю. Приобрели вино по акции, вот, ну, видите, там стоит вот такой вот. У нас вино сейчас по 88 крон за бутылку, так идет 180 крон цена. Паштет взяли вот такого плана, вот разные виды по 150 грамм, по 12,90. Из основных продуктов овощи, лук, 1 килограмм сейчас лука 29,90. Яблоки по 16,90. Яблочки вот такие вот у нас... Перец красный 59,90. Ну, перец, в принципе, как и в Украине, да, там в районе 60 гривен в килограмм, там, в зависимости от разновидностей. Картошка молодая по 16,90 за килограмм. Взяли сразу 3 килограмма, на всякий случай. По помидорам тоже здесь есть сейчас очень вкусные сладкие такие помидоры по 250 грамм в упаковке. Черри, да, они идут сейчас по 11,90 за 250 грамм. И есть помидоры обычные, килограмм по 29,90. Вот такого вот плана. Морковка уже тоже молодая, чищенная, мытая, килограмм 27,90. Взяли еще на завтраке так попробовать такие вот пюрешки. Это чехи постоянно кушают. Это на перекус. На перекуски такого плана они стоят. Это детское питание. Ну, это популярно в Чехии. Лично у нас в нашем регионе на перекус время работы. По 5,90 такая вот 100-граммовая пачечка перекуса. Молоко сейчас 3,5%. Тоже по акции по 13,90. Так оно обычно где-то по 16, там, по 17 крон стоит. Яйца сейчас по акции, ребята, 30 штук за 44,90. Так обычно это стоит в районе 90 крон за 30 штук. Сейчас эта акция, очень хорошая цена, поэтому сразу взяли. Вот, взяли еще такой вот сырок. Это веселая коровка наша, только упаковка XL. Здесь 16 штук вот этих сырков, такая упаковка стоит 32,90. Для сравнения, обычная упаковка 8 штук так же самое стоит. Такая же цена тоже, 30 крон в Чехии, поэтому решили воспользоваться такой акцией. Ну, как всегда, мороженое, конечно, мороженое здесь по одной цене, слава богу, по 9,90 взяли. Еще из таких интересных вещей взяли голландский кетчуп, вот такой вот объемчик у нас, килограмм 35. То есть килограмм 350 грамм по акции за 50 крон. Это Хайнц. Кто знает, ну, очень вкусный кетчуп. Решили тоже взять, попробовать. Масло подсолнечное сейчас тоже по акции по 18,90. Такого плана. И хлебцы у нас сейчас по акции. Это немецкие продукты такого
Такие вот хлебцы у нас с разновидностями там разными. 16,90 за 250 грамм. Вот еще взяли крабовый салат. Ну, это больше как намазка. Ну, он получается сейчас 99 крон за килограмм идет. И взяли тоже по акции, ну, ветчина. Не раскрывали, ну, тоже обычная ветчина, там, килограмм 149 крон. Такого плана. За все вот это вот, что мы скупились, мы потратили 766 крон. Вот такой вот чек, можете посмотреть, лицезреть. Вот, честно, когда набирали, все думали, потратим в районе 1500, но, слава богу, все получилось даже очень хорошо. Вот, так что вот такие вот цены на данный момент на конец июня, начало июля. Все, ребят, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!